Всем привет! Сегодня расскажу вам об одной фишке, о которой, скорее всего, вы не знали, а именно о удаленном управлении рабочего стола вашего компьютера с помощью Android. Полезность в практическом применении этой фишки, конечно же, я не нашел, но так как прикол, в принципе, использовать можно. Сейчас покажу вам, как это сделать и, в принципе, в чем прикол. Берем ваш смартфон на Android-устройстве, заходим в Play Market и ищем приложение Space Desk. Устанавливаем его. А также затем переходим к компьютеру и скачиваем Space Desk на ваш компьютер. Затем устанавливаем его. Итак, ребят, немаловажный момент. У вас компьютер и ваш Android должны быть в одной сети. Ну, допустим, у меня вот роутер, я с него раздаю Wi-Fi. Компьютер подключен к этому же интернету, к этой сети. Ну и, соответственно, смартфон. Как видите, как только я установил программу, у меня сразу появилось приложение на Android, подключение к определенному IP-адресу. Просто нажимаем на нее и все. Разрешение монитора немножечко поменялось. И как видите, теперь у нас и на смартфоне, и на компьютере один и тот же рабочий стол. И, соответственно, мы можем им управлять. Вот таким образом это все происходит. Можно звук отправить на телефон. И, в общем, множество других фишек. Интересная фишка, бесполезная, конечно, но я вас проинформировал. В общем, держу в курсе. Можно также использовать клавиатуру с телефона. В общем, интересная вещица. Кто хочет побаловаться, можете попробовать. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.